Сегодня, 8 ноября, свой день рождения отмечает клуб веселых и находчивых. Любимой игре миллионов россиян исполнилось 55 лет. От Австралии до Лондона, от Америки до Израиля география КВН весьма обширна. По самым минимальным подсчетам, во всем русскоязычном мире в клубе веселых и находчивых играют 12 миллионов человек. И Чувашия, конечно, не стала исключением. Только в Чебоксарах живет более 5000 любителей КВН. Это и сами игроки, и редакторы, и звукорежиссеры, и ведущие, и, конечно же, зрители. А отметили день рождения любимой игры в Чебоксарах сольным концертом одной из самых известных команд КВН нашей республики – Чуваши. Ребята играют в Лиге Москвы. Вы и Подмосковье «Лампа». Ну что, повеселимся? В зале жара, на улице снег. Мы начинаем с олигансы. Эй, зал, встречай, лев, начинай. Добрый вечер, ребята, девчата, женщины, женщинята. Всех люблю, люблю, целую. Зрители на ура встретили и гостей концерта, участников премьеры первой лиги сезона 2016 команды КВН «Плюшки» имени Ярослава Гашика. В парке всегда много влюбленных парочек. Спорим, эта женщина сегодня будет моей. Можно мне просто пройти? И больше я с тобой не разговариваю. Ой, да хорошо. Добрый вечер. Здесь вообще-то занято. Конечно, занято, я же здесь сижу. Эй, мужик, алло. 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 Алло, не молчите. Алло, не молчите, алло. Я вас не слышу, алло, говорите. Алло, не молчите, алло. Извините, связь прервалась. Можешь пересесть, пожалуйста, он меня очень напрягает. На этот раз не было стандартных конкурсов клуба веселых и находчивых, не было и жюри. Команда КВН «Чуваши» представила свои лучшие номера. Итак, представьте, Татьяна только что отшила парня. Нет, да, говоришь? У меня в семье проблемы. Кредит взял, чтобы другой погасить. Я в пятерочке одеваюсь. В маршрутке уснул, линзы сняли. Друзья в запой позвали, одного там оставили. Юлия Важенина, Андрей Шуклев, Сергей Адушкин, Республика.